Здравствуйте. Чтобы ребенка не беспокоили солнечные ожоги, укусы насекомых, сухость кожи или раздражение, родители должны учитывать особенности летнего ухода и заранее приобретать косметические средства, которые позаботятся о нежной коже наших малышей. Детская кожа отличается от взрослой, поэтому даже врачи-дерматологи считают, что летом ребенку нужен индивидуальный косметический набор. Первое – это, конечно же, солнцезащитные продукты. Детская кожа хрупкая, нежная. Процессы выработки пигмента меланина в ней происходят несколько иначе. Поэтому выбирайте солнцезащитный продукт с высоким фактором защиты. Я бы рекомендовала не менее SPF 50. Также очень важно учитывать возраст вашего ребенка. Несмотря на то, что врачи-дерматологи не рекомендуют находиться детям до 6 месяцев под прямыми солнечными лучами, все же существуют солнцезащитные продукты, которые разрешены для деток с первого дня жизни. Очень важно читать и состав санскрина. Он должен быть максимально безопасным, гипоаллергенным, без отдушек, спирта или каких-то агрессивных компонентов. Солнцезащитные фильтры могут иметь физическое или химическое происхождение. Для деток с первого дня жизни, конечно, более безопасными считаются физические фильтры. Они работают на поверхности, не проникают в кожу. Однако стоит учитывать, что средства на физических фильтрах имеют более плотную насыщенную текстуру и оставляют на коже белые следы. Например, солнцезащитное минеральное молочко от французского бренда Avène SPF 50 на физических фильтрах подходит для лица и для тела, не содержит отдушек, парабенов, может рекомендоваться у деток с первого дня жизни. Данная формула дополнена антиоксидантами для дополнительной защиты нежной детской кожи. Если же вы отдаете предпочтение средству на химических фильтрах, обратите внимание на ультраводостойкий солнцезащитный флюид от этого же бренда Avène. Данный продукт на химических фильтрах. Он подходит для лица, для тела и, что немаловажно, для области вокруг глаз. Не вызывает слезотечения, раздражения. Он протестирован дерматологически. Продукт также не содержит отдушек, благодаря чему вот этот вот безопасный состав и такой хороший объем 150 мл позволит данному средству стать вашим универсальным семейным санскрином. Лето – это не только солнечные ванны, но и поездки в лес, на природу, на дачу. И здесь очень важно защитить вашего ребенка от насекомых. Выбор детского репеллента, естественно, имеет свои особенности, так как он должен сочетать максимальную безопасность, высокую эффективность и удобный формат нанесения. По своему виду репелленты бывают натуральными, то есть содержат эфирные масла, и химическими. Казалось бы, натуральные репелленты будут более предпочтительными для ребенка, однако учитывайте, что эфирные масла в составе могут спровоцировать аллергическую реакцию. Поэтому перед использованием любого репеллента рекомендуется протестировать его на небольшом участке кожи. А вот несколько вариантов химических репеллентов. Это бренд ОС, который предлагает нам репеллентный спрей-лосьон, и также есть еще репеллентный крем. Данные продукты подходят для деток от 1 года, содержат в своем составе относительно новый биосинтетический пестицид, который не проникает в кожу, является для нее безопасным, при этом эффективно защищает от комаров, мошек, москитов. Данные средства имеют комфортную для детской кожи текстуру и легкий приятный аромат. Не только защищают от насекомых, но при этом еще увлажняют и смягчают кожу. Помните, что мы не наносим репелленты на раны, порезы, ссадины, на участки раздраженной кожи. Если вы используете спрей, не распыляйте его сразу на лицо ребенка. Распылите себе в руку и затем аккуратно нанесите ребенку уже этот продукт на лицо. Если вы используете репеллент и солнцезащитный продукт, сначала мы наносим солнцезащитный продукт, даем ему впитаться, и только после этого наносим репеллент. Лето – это не только пора радостных впечатлений. Укусы насекомых, порезы, ссадины, раздражения – все это может омрачить активный летний отдых. Поэтому еще одним незаменимым средством в арсенале грамотных родителей должен стать заживляющий крем. Например, восстанавливающий крем от французского бренда Aderma Gamma Dermalibur прекрасно смягчает, восстанавливает кожу, стимулирует процессы заживления, устраняет сухость, зуд и раздражение. Данный продукт прекрасно восстанавливает кожу даже после солнечных ожогов. Он имеет 100% натуральный состав, без отдушек, подходит для деток с рождения. Мы можем наносить его не только на лицо, на тело, он также подходит для области вокруг глаз и для наружных интимных зон. Если вы заранее знаете, что кожа вашего ребенка склонна к раздражению, например, при плавании в бассейне, на море, вы можете предотвратить развитие этих неприятных симптомов с помощью защитного крем-барьера Dermalibur, еще одного средства из данной гаммы.
Главное отличие заключается в том, что в составе присутствуют компоненты, которые обеспечивают так называемый эффект второй кожи, изолируют ее от воздействия негативных агрессивных факторов, которые могут спровоцировать раздражение. Данный продукт также гипоаллергенный и, что немаловажно, водостойкий, поэтому его не нужно обновлять после каждого купания. Как и первый продукт, данное средство подходит для деток с первого дня жизни. Если раздражение сопровождается образованием мокнути, а это опрелости, потница, пеленочный дерматит, в такой ситуации рекомендуется воспользоваться средством с подсушивающим действием. Например, бренд Нарывага Мацикодиан предлагает нам восстанавливающий лосьон, который обладает подсушивающим действием благодаря оксиду цинка. Оксид цинка также имеет еще и антибактериальные свойства. Формула дополнена декспантенолом, который прекрасно увлажняет, устраняет покраснение и раздражение. Средство подходит для лица, для тела и для области под подгузником. Также может рекомендоваться у деток с первого дня жизни. Ну и обсуждая проблемы детской кожи, нельзя, конечно, не сказать пару слов об эмолентах. Это средства, которые восстанавливают, защищают кожный барьер, устраняют сухость, зуд и раздражение. Эмоленты бывают абсолютно разными по текстуре, начиная от густых, плотных бальзамов. Но на лето, как раз таки для ребенка, можно рассмотреть вариант средства с более легкой, комфортной текстурой. Например, формат спрея. Смягчающий спрей-эмолент от бренда Aderma, который представлен в двух объемах, прекрасно смягчает, увлажняет кожу, устраняет чувство сухости, зуд, раздражение, покраснение. Данный продукт прекрасно восстанавливает кожу после принятия солнечных ванн. Средство подходит для деток с рождения, является очень гипоаллергенным и безопасным. Вот эта вот удобная спреевая форма обеспечивает легкое, быстрое распыление, которое не требует втирания. Средство имеет легкую текстуру, которая впитывается без ощущения липкости и не оставляет следов на одежде. Уникальный формат флакона позволяет распылять продукт при любом положении спрея, так называемое распыление на 360 градусов, что очень удобно, когда мы распыляем продукт себе на какие-то труднодоступные участки тела, например, на спину. Я надеюсь, что данный обзор косметической аптечки для родителей будет полезным для вас. Позаботьтесь о коже ваших малышей заранее, и поверьте, тогда летний отдых принесет вам только самые положительные и радостные впечатления.